Вера и верность – эти два слова являются святыми в жизни каждого футбольного болельщика, а тем более фаната. Как бы ни играла команда, какой бы результат она ни показывала бы, мы все равно верим. Верим в лучшее и надеемся, что следующий матч уж точно будет победным. Бывает, бывает, конечно. А как еще ходить на матч и не верить в победу? Как еще можно? Болеть за «Динамо» – это болеть с преданностью и с историей, традициями. Если мы не болеем, когда идут такие серии без побед, так зачем тогда вообще болеть? Приезжаешь домой после «Жодина», где ни с кем не разговариваешь. Ну и через день начинаешь понимать, что как бы жизнь продолжается, что ну, надо ходить, надо болеть. По-разному за все годы команда играла. Бывало и плохо, в первую лигу выскакивала. Никогда даже мысли не было как-то не пойти, не поддержать. Ну, потому что это, наверное, ну, жизненная необходимость. Есть нематериальные ценности, не нужно относиться к нашему клубу как потребителя. Есть результат, нет результат, мы должны верить, потому как за нами стоят те, кто уже побеждал с клубом, завоевывал и своим именем доказывал, что такое динамовский дух. Динамо на вес, удар, гол! Как все очень просто и легко получилось. Болеть за одну команду, то я считаю, это часть жизни. Просто других каких-то развлечений вот, ну, не тянет. А команда, как бы она ни играла, ну, пропустить матч, например, домашний хотя бы, то только если не ходячий. Удар штанга на добивании Филипп Иванов 2-0.